Сегодня утром в одном из частных домов поселка Новый Кихулай произошел взрыв. Причиной возгорания послужила утечка газа. Жители дома в один миг оказались под завалами здания. Есть погибшие и пострадавшие. С места событий Абдулла Алиев. Мы находимся на месте происшествия. Сейчас сотрудники МЧС проводят разбор завалов. Как вы видите, от дома остались только руины. Спокойное утро жителей поселка Новый Кихулай нарушил страшный взрыв. В частном доме на улице Маяковского из-за утечки бытового газа произошло сильное возгорание. В результате дом обвалился. В это время в нем находились жильцы. Семья Юсуповых, хозяин дома, его сын, дочь и внучка оказались под завалами. Страшную картину увидели соседи пострадавших, которые вызвали спасательные службы. Взрыв услышал я дома утром. Проснулся, думал, у меня что-то там произошло. Вышел, смотрю, ничего нету. Поднялся на крышу, наверх смотрю, ближе к мосту что-то горит, дымит. Выбежал, прохожу сюда, смотрю, близкого товарища дом горит. Начал звонить 04, там пожарную, милицию, кому только не звонил. Потом увидели товарища, нога торчала, начали поднимать плиты, вытащили его. Прибывшие на место сотрудники МЧС принялись за тушение огня. После ликвидации пожара спасатели вытащили из-под завала всех жильцов дома. Им была оказана медицинская помощь. Увы, двоих пострадавших спасти не удалось. Женщина 82-го года рождения Зульфия Юсупова и ее дочь скончались в больнице. Девочке было всего 12 лет. 7 часов 5 минут в смену старшего оперативного дежурного ЦУК с главного управления поступило сообщение о взрыве бытового газа в одноэтажном жилом доме. Поселке Новый Кихулай. Сразу на место происшествия прибыли оперативные службы МЧС России для проведения тушения пожара и спасательных работ. Пожар был локализован в 7:20, в 8:45 он был ликвидирован. Одновременно с этим проводились работы по поиску пострадавших. Сразу в первые минуты были доставлены в больницу три пострадавших. Поиски одного пострадавшего продолжались до 9 часов 15 минут. По словам очевидцев, жители дома за день до происшествия сообщали в газовую службу об утечке. Но сотрудники горгаза не среагировали вовремя на возникшую проблему. На следующее утро случился взрыв. Что-то газовики, как обычно, говорят, завтра. На завтра все переносят. Должны были этот же момент сделать, они назад переносят. А там пропускал газ по полной программе. И запах, все, все чувствуют, что проходили. Вчера вызывали газовиков с уличной стороны, там газ пропускал, где газовый блок, вот этот щит. Видимо, до утра она, я не знаю, взорвалась. Там не видно, все обломками закрыто. Утечка газовиков, они вовремя не устранили. Сказали, открыто оставьте все, пусть проветрится, утром устраним. И вот произошел такой случай. В горгазе комментарии по этому поводу пока давать отказываются. Версия о том, что газовики своевременно не устранили неполадки с газом в доме на Маяковской, проверяется. Абдулла Алиев, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.